Все, дальше можешь не идти. Нихуя не видно. Ишь ты сюда. А? Когда отпетливаем? Опа. Все, хуярим. Здорово! А можно один баллончик? А? Короче, я к чуваку подойду просто и дам баллон. Много? Сколько можно, блядь? Сколько можно, ёб твою мать, блядь? Ну, достаточно. Обода покрасить? Ну, клёво покрасить. А? Эска охуенная. Да ты шо? Вообще пиздец. У меня встало. Не стой сзади тогда.
Че? Мусора, да, конечно, да. Доебываются, не могут, а доебываются, но ничего страшного. Блять, что все нахуй подходят, просят покрасить что-то? Не, это не для меня, брат. А, братан, мы оставили там баллончик. А, оставили? Белый? Так там есть голубой. Мы тебе голубой оставили. Купил велик, там еще есть. Тёме тебе голубой дам, там лежит. Там вот белый. Белый, ну держи белый. Там, где мы рисовали, держи там где-то положил. Прям возле камня, там, где мы рисовали, возле камня лежит. Голубой баллончик, если надо. Там же голубой. Можете и голубым, и белым покрасить велосипед. Пизда-то будет. Будет пушка-гонка. Русский мир, сука, залетел в жилой дом. Так вот привыкаешь ко всей этой хуйне на самом-то деле, и это страшно. Мне мама вчера сказала о том, что лучше бы, если ракета уже, то лучше бы уже сразу. Ну и по факту, ну, сидеть и ждать под завалами, пока тебя достанут, или сдыхать медленно от полученных травм, то лучше реально уже, чтобы сразу пришибила эта ракета. Ну да, уже жизнь другая, просто другая жизнь. В соседний дом наш попало, постоянные прилеты, сбития, попадания в жилые дома. И я ебу, по каким они таким военным объектам бьют, если все летит, сука, в жилые дома. Он наступился. Вон подъехал. Дорогое, блядь, легальное граффити. 3,5 банки черного засандалил сюда, чтобы перекрасить фон. И в итоге все равно не хватило. И надо опять покупать краску, пиздошить вот эти участки, чтобы все было хорошо. Уже свою краску слил, еще и типов забираю краску. Башмака нету. Товар пустой.
Ебать, воркер тупо через ряд стоит. Уже спалил меня. Надо быстро все заканчивать. Здорово, мужик. Ничего такого, просто граффити. А, посмотри, рисуй ты. Цветное, красивое граффити. А что это значит? Это просто буквы. Ты как знаешь, рыбалка только другого характера. Там какой-то хуй ходит. Ебать, что тут за окуни гуляют всю дорогу? Говорю, всю дорогу какие-то окуни гуляют тут.